Итак, здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. Я, дорогие мои девочки, готовлю сейчас, уже приготовила только что, голубчики. Вот такие обыкновенные, но бульон у меня изумительный, конечно. Я люблю с бульоном. И в бульоне чего только нет, даже тархун. Видите, листик тархуна, я даже тархун сюда кладу. Эстрагон обязательно. Вот, и сверху обязательно, ну, чесночок, вот я уже посыпала, само собой разумеется. Дальше лучок, это у меня лук, батон. Кто знает, я люблю лук-батон, он у меня постоянно бесконечно растет, никогда, как говорится, не заканчивается. Вот, и вот такой вот лук-батон, и обязательно я сейчас его взбрызну соевым соусом. Вот так. Он сам сладенький, соус соевый ему вкусноту придаст. Поскольку все это горячее, я сейчас разложу это, понимаете, вместе с бульоном надо кушать. Поэтому я подам и вилку, и ложку. А сверху для насыщенности я закрываю вот так вот. Сейчас я закрою сверху хорошим сыром. Сейчас я вот его вот так вот заправлю сюда, поскольку тут горячее все. Я закрою сверху крышечкой специальной и дам постоять чуть-чуть. Он расплавится, и потом мой муж будет наслаждаться. И кусочек черного хлеба. Ну все, а я вас всех люблю. Целую, ваша Катя. Пока-пока, не болейте.